Так, еще раз хотел записать видео на русском. Ребята, украинцы, давайте я вам сейчас скажу одну вещь. Смотрите, украинцы, есть такой, я вам дам совет, посмотрите. Есть такой канал «Евангелие в последнее время». Брат Игорь из Америки вещает. Потом посмотрите этого. Ну, это как минимум он первый, да? А потом, ну, там я смотрел Немцова когда-то, смотрел там, как вы сами знаете, Жириновского и Джохара Дудаева, да? Все, ну, начиная, давайте, брат Игорь, вот с этого канала «Евангелие в последнее время», конечно, посмотрите все, зайдите на его канал и найдите, где есть видео про Украину. Он уже давно снимал, я понимаю, там уже, может, пару лет назад. В общем, ну, и свежее, и не свежее видео есть, да. И почему я это всем украинцам говорю? Допустим, вы сейчас... Давайте сделаем так. Допустим, вы сейчас там отобьете Луганск, Донецк, не знаю, да. Неважно там, Крым, не Крым. Ребята... Вы понимаете, что Россия, вот это и брат Игорь говорит, и другие люди, которые я там назвал, да, Россия от вас не отступит. То есть, понимаете, это не то, что там какая-то это турки с греками там, да, ну, что там, Кипр, да, что ли, разделен пополам, да, и там как-то что-то, чего-то. Нет, ребята, Россия вас уничтожит. У них есть такой план, цель, и такое будет. То есть, понимаете идею, да? Вы сейчас там можете, хоть растягивайтесь, как эта собачка, этот такса, да, там, такая, можете растянуться на полкилометра, да? Ну, ничего этого, ну, как говорится, чтобы вы знали, ну, например, вы там что-то там, о, там мы там это все, что, ну, допустим, я просто так говорю, да. Ребята, Россия раз свой глаз на вас положила, и это все говорят. То есть нету вам, как Игорь сказал, нету у этой Украины шансов, ребята, у вас нету шансов, понимаете? С другой стороны... Как я вам всем сказал, Бог, если украинский народ, начиная с верхушки, начнут каяться перед Богом, и это будет на уровне государства, правительства и все вот такое, Бог все может за один, как говорится, щелчком, за одну секунду остановить, изменить. Читайте Библию, вы видите, увидите в Библии такие примеры, что ой-ой-ой, что только не было, когда люди начали каяться, и в Ветхом Завете, и по всей Библии, смотрите, да? Поэтому просто я вам, украинцы, всем говорю, Россия не отстанет от вас, пока вы она не заберет, и она заберет Украину себе, под себе. У меня же есть видео, что в 2024 году этот СССР-2 будет, ну, как говорится, заново, там будет и пол Европа, и Скандинавия, шведы, финны, Норвегия, все будет под Россией, будет СССР-2, ребята, ну, интернет, эта информация есть полный и на моем канале, да, так что у вас нет шансов. Но, если покаетесь, то увидите, что Бог может сделать. Так что все в ваших руках.